В Иванове временно ограничат движение большегрузов. Соответствующее постановление подписал глава города. Ограничения вводятся на период неблагоприятных погодных условий для обеспечения сохранности автомобильных дорог и предотвращения снижения несущей способности их конструктивных элементов. Временное ограничение будет действовать с 9 апреля по 8 мая. Запрет не распространяется на пассажирский транспорт, перевозки международных грузов, лекарственных средств, продуктов питания и почты. Время ограничения вводится путем ограничения осевой нагрузки. При этом осевые нагрузки не должны превышать 6 тонн на ось, на одиночную, не более 5 тонн на каждую ось при сдвоенной тележке и не более 4 тонн при встроенной тележке. Кроме того, объезд города можно осуществить по дорогам федерального и регионального значения, но при этом также на них вводится временное ограничение движения.